Бобруйські шахматні гуртки відзначають повищену цікавність з боку городжан. Колькость жадаючих трапить у секции сёлета перевышая махчимости. У список чакания клубов зараз отзначены до 50 человек. Такую популярность одного из самых интеллектуальных видов спорта тлумачить поспехами юных бобруйчан. Практично каждые пару месяцев яны привозят узнагороды из международных и республиканских споборництвов. Сярод апошніх золото у чемпионате краины по так званых худких шахматах. Бобруйчанин Андрей Пеўны здолел обойти столичных майстров во взрослой категории до 16 годов. И хотя себе бачить у физицы, а не у спорте, позиции пераможцы покидать не собирается.